Друзья, хочу вам показать турку или джезву очень интересной формы для людей, которые любят варить правильный кофе. Наверное, эта вещь просто необходима тем людям, которые любят варить. Значит, сделана она из меди. Медь, вот здесь даже стоит соответствующее клеймо, сделана в Украине. Значит, медь, благодаря своим теплопроводным свойствам, считается, наверное, лучшим металлом для изготовления посуды, для кухонной посуды, в частности для турок. Очень удобная вещь, деревянная ручка, то есть можно ее открутить в целях, наверное, транспортировки, компактности, как-то вот так вот. Внутри, внутренняя часть этой турки покрыта пищевым оловом, инертный металл, который не имеет ни вкуса, ни запаха, то есть в принципе кофе будет отдавать идеально свой вкус и аромат. Но есть одно маленькое условие. Эту турку нельзя забывать на огне, или вот случайно там кофе разлили, поставили обратно ее на огонь, и все это олово моментально, практически моментально оплавится, и турка уже не будет обладать теми свойствами, которые, в общем-то, заложили в нее ее конструкторы. На этом, наверное, все. Спасибо.